заехали мы в кафешку, перекусили, в магазин, пополнили запасы. И уставшие, но в целом довольные, хоть и не зашли до вершины Олимпа, едем в сторону нашей деревни. И заедем по дороге 30 километров отсюда, нет, 20, до... Замка. Деревенька называется Пантелеймонос, да, и там должен быть замок, крепость. Ничего не могу, к сожалению, про него сказать, раз уж мы по дороге. И завтра, наверное, будем весь день отдыхать в районе нашей деревни. Да-да. Ага. Дублер. Нормально так. Под загорелькой ходили. Угу. А у Макса шея вот так прям ровно красная. Не знаю. Видно будет. В общем, поехали. Давай. Вот. И мы очутились в деревеньке Пантелеймонос. Замок мы как-то проскочили и приехали в саму деревню Пантелеймонос. Деревня Палеос Пантелеймонос, что переводится как старый Пантелеймон. Очень приятное и спокойное место, где можно было бы провести целый день. Гуляя по мощенным улочкам, наслаждаясь видом с высоты на Эгейское море и попивая в местных тавернах греческий кофе. В свое время жители деревни в принудительном порядке переселили ниже, в новый Пантелеймон, так как старый очень часто подвергался оползням. Второе дыхание заброшенная деревня получила уже в 70-е годы 20 века, когда жители стали в нее возвращаться, привлекая туристов. Закрыт уже замок, ночью время почти 8. Вот. Рядом с деревней находится замок-крепость Палатамон, стоящий на холме. Это византийское укрепление X века, расположенное на границе регионов Фессалия и Македония. В 1386 году турки захватили этот замок, но были вскоре из него выбиты. Раскопки конца 20 века обнаружили здесь следы стены 4 века до нашей эры, что подтвердило предположение, что здесь располагался древний город Ираклион. А что у нас вчера было? Мы вчера в летокорок поехали. Неделю мороз. Деревенька что-то поблуждали, заблудились. Крепости, которые не работают до 3 часов дня только. А потом сидели, выпивали. Тусили тут вдвоем. Конечно, всем отелем тусили. Нереальная была в темноте. Да не раньше, хотя бы свет даже, кстати, включили бы. Нормально. Для всего отеля. Тебе не мешало. Мне нет. Да. Мы собираемся, наверное, сегодня на пляж пустить. Куда поедем? На пляж. Кокино-неро. На белые камни. На белые камни. Там хотя бы народ есть. А клёв будет? О, вот это вот. Что за речь у вас? Клёв будет такой, что ты забудешь обо всём на свете.
Следующий после попытки восхождения на Олимп день мы просто откисали на пляже Кокинонера, где располагался польский студенческий лагерь. Нашелся хороший песчаный пляж, оборудованный для этих самых студентов, но в паре километрах от самого поселка, вследствие чего я очень часто оказывался в роли извозчика для польских ребят. А вечером польские студенты пригласили нас на концерт, уже после которого я узнал, что это очень крутая молодая электронная группа из Польши. Что они делали в Греции в студенческом лагере, для нас осталось загадкой. Oh,
Pewien numer Osiecki i chcielibyśmy dla was zaśpiewać z pięknym tekstem Osiecki, z naszą muzyką, więc na koniec to dla was.